нас опять сегодня распаковка, и мы заказывали соковарку. У нас довольно много будет фруктов, и мы очень любим соки. И вот посмотрим, что нам прислала почта. Мы очень хотели большую соковарку из нержавеющей стали. Выбирали долго, алюминиевую нам надо или все-таки из нержавейки. Из нержавейки подороже, алюминиевая подешевле. Вот это наша соковарка из нержавеющей стали. Ну, упаковано хорошо, все плотненько заложили бумажками. Комплектующий документ. И цена с доставкой 3478 рублей. В принципе, для 8-литровой соковарки из нержавеющей стали это нормальная цена. Ну и посмотрим. Кстати, очень хорошая коробочка. Мы сюда будем складывать орехи. Итак, значит, соковарка Келли. Та-да-да-да! Вот она такая, Келли. Ну и инструкция по использованию аппарата. Ай, какая крышечка! Значит, стеклянная крышечка с металлическим обручем, крышечка. Ну, кстати, крышечка такая, вот держаться за что, да, сама ручечка не очень удобно, она такая, как цилиндрик, нет, чтобы она выступала. Кто так может, скажем, у кого кривые ручки, может вываливаться из рук. Так, хорошо. Каждая кастрюлька в таком прозрачном фирменном пакетике. Так, ну это донышко, толстое донышко. Посуда номер один в России, тут написано Келли. Супер капсул бутон, гарантия качества, написано, что можно на газе, на электрической, конвекторной плите, короче, для всех видов плит. Фирменный значок Келли. Вторая часть убрасываем, тоже в упаковочке. Очень легкая. Это друшлаг. Друшлаг. Так, это тоже, значит, основной инструмент. Сюда ставим. Не так. А у меня сразу вопрос. А, вот, вот, я думал, нету. Так, шланг очень мягкий, зажимчиком таким. Наконечник есть из нержавеющей трубочки. Когда сок стекает, чтобы потом не трескалось, это хорошо, это плюсы. Так, ну что, попробуем собрать. Так, так. И вот так. Вот, вот такая вот у нас получилась конструкция. Ну что? А, вот пазик. Значит, кранчик фиксируется, чтобы она не болталась. Довольно устойчиво получается. Здесь поставили. Крышечка, все видно. Дырочки. Краник. Раз. Ну, кранчик такой не очень длинный. Для удобства можно подлиннее сделать, нарастить или заменить его из полимерной трубочки, чтобы там куда-то, куда удобнее было. Так, зажали, прицепили. Ну,
у нас будет свой сок. И сегодня у нас идет работа по очистке черешни. У нас своя черешня. Правда, у нас сбор, как один сказал, казахский вариант. Мы спилили дерево возле забора. Оно было 1,8 м длиной. Притом находилось это, скажем так, не очень удобно, мешало. Мы его убрали. Вот и сегодня Аллочка к моему приезду сделает сок из черешни. Правильно, Аллочка? Аллочка оператор. Все спрашивают, где ваша Аллочка? Аллочка у нас оператор, лицо не публичное, но она очень замечательная девочка, хозяйственная девочка. Ей большой привет. Аллочка, тебе привет. Поэтому, ребята, за 3,478 келли через интернет-магазин 8 литров соковарки. Это прелесть. Как у нас будет что получаться, мы потом вам отдельно расскажем. Но в целом я рекомендую этот продукт иметь дома, чтобы у каждого в хозяйстве была хорошая соковарка. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, звоните в колокольчик, стучите в бубен. Это был с вами я, Сергей Гуд, и команда Викинг Лайфа. Пока. Наступил вечер, и мы теперь получаем готовый продукт, ходовые испытания. Мы готовим сок из черешни, которые вчера собрали. Итак, сок пошел! Горячий? Как же ее убрать? Вот-вот идет сок. Что, коротенько или что? Ну, просто она неудобная. Не знаю, как ее снять. Видела, люди снимают и потом просто перекидывают это. Так, вот у нас тут технические моменты пошли, чтобы прищепку открыть, и сок шел постоянно. В этой прищепке такого нет. Ну, почти литр уже концентрата сока. Натурпродукт, сок из черешни. Регион произрастания Молдаванская, Краснодарский край, Крымский район. Используем плиту, привезенную из Латвии, Электролюкс. Ну, посмотрим, а что у нас там внутри. Ай, тепленько. Кстати, вот крышка, между прочим, она не теплоизолируемая. А какое варенье там! Да, вот один из недостатков сразу. Нету теплоизоляции у крышки. Но сразу литр не получилось. Будем ждать. Схема очень простая. Но вот крышка... Теплоизоляции нету. Здесь, конечно, минус. Решили посмотреть, чего у нас там, как происходит. Так, это у нас сок. Сколько воды у нас там? А, ну воды. Вода есть, да. Строим пирамидку обратно. Ждем. Может, газу побольше? Газ нормальный. Ну ладно. Процесс продолжается. Но главное, что у нас соковарка есть. И сок теперь тоже есть. Ура! Вот из этой черешни, это сырая черешня, мы делаем сок. Фишка в чем? Что черешня-то очень сладкая.
но она очень маленькая, мелкая. Из-за того, что деревья, может, не обрезали, может, сорт такой. Вот. Но вкусная, вкусная, сладкая. Вкусная. Сейчас для сравнения вам покажу, какая ягода и какая косточка. Видали? Косточка чуть меньше самой ягодки, поэтому мы из нее делаем сок. Все, ребята, процесс у нас продолжается, но главное, что соковарка у нас есть, работает. Мы будем томатный сок делать, персик, сливовый, яблочный, виноградный. Это у нас просто золотая жила будет. Все, еще раз всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки нам, колокольчики жмите. Даже вот, кстати, Арсений прибежал, ему тоже это дело нравится. Да? А еще, кстати, Арсений любит ягоды. Ты любишь ягоды? Да? Он любит ягоды. Все, ребята, всем пока. Это с вами был я, Сергей Гуд, и команда Viking Life. Я Арсений.